1149 детей, которые потеряли связь со своими родными в результате ЧП в Арысе, найдены и переданы родителям. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин сегодня на заседании правительства. 15 детей еще остаются в центре эвакуации. В каждом из таких пунктов работают педагоги-психологи. Там организовано питание и место для ночлега. Сейчас для детей из Арыси просят отправлять игрушки, наборы для рисования и лепки, книги. Все, что требуется для проведения детского досуга.